23 марта, 14 год, Харьков, 13:36 по Киеву. У нас тут два сразу митинга. Один явно пророссийский, видим по флагам. К нему, я вижу, левые силы подходят. Беларусь, по-моему, флаг Беларуси. В смысле, по-моему, это советский еще. Возле памятника Ленина. Янукович, легитимный президент, вижу плакат. Вот так. Честно, не знаю, сколько тут народу, но прилично. Прилично. Ну, милиция тоже достаточно. Сейчас подъехали. Дистанцируется все-таки один митинг от другого. Они подходят. Ну тоже, я думаю, что под 1000 народу здесь есть. Кроме наших погибших ребят, там же на Рыбарске, был крайне тяжело ранен. Участковый милиционер. Сотрудников службы Беркута, тех, кто был ранен в Киеве, вспомните их.